Когда ты рядом, моему сердцу спокойнее. Возвращайся скорее. Да, это он убил императрицу. За это я приговариваю тебя к смертной казни, Корва. Мой дорогой Корва, как грустно, что судьба обошлась с тобой так. Твоя любимая императрица мертва, и все думают, что убийца ты. Но мы-то знаем, что произошло на самом деле, ведь так? Ты же не хочешь закончить жизнь под смех идиотов, которые будут радостно кричать, когда твоя голова покатится по грязной мостовой. Посмотрим, сможем ли мы найти решение получше, и дабы сделать все еще интересней. Моя метка. Считай это подарком. Решает все. Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. И сегодня я хочу начать новую, а вернее очень старую игру Dishonored. Самый первый Dishonored, который я, к своему упущению, не проходила. И по вашим настойчивым просьбам, давайте запустим сегодня первую серию. Я прошла второй Dishonored, дополнение Death of Outsider, и, в принципе, хотелось бы знать, с чего вся эта история началась. Ну, как бы все наслышаны, с чего она началась, но, опять же, хотелось, как говорится, и мне самой, и, как я видела по вашим откликам в комментариях и в письмах, чтобы я прошла эту игру, так давайте не будем тянуть и поедем. Итак, на игре стоит русификатор, Ришаде, по-моему, тут стоит. Или светофикс, ну, в общем, какая-то штука, которая улучшает все это дело. Я ее потестила немножко на графику. Графика здесь по максимуму, ну, наверное, это все мы сами с вами увидим. Итак, новая игра. Так, какую мы возьмем сложность? Ну, на высочайшем мы играть, конечно, не будем. И на высокой, наверное, тоже. Никому не хочется, чтобы мы там терпели. Давайте я возьму среднюю, чтобы уж совсем лузером-то не быть, да? Так, яркость. Яркость нормальная, окей. Предыдущие автосохранения будут перезаписаны. Ну и да, и ладно. Поехали. Дануэл, столица империи. Эпс, очень быстро все меняется. Корво, мне хотелось оставить вас здесь и отправить кого-то еще, но больше я никому не доверяю. Глава тайной службы прав, ехать должны вы. Чума отняла столько жизней, и мы должны найти от нее средства. Когда вы рядом, мое сердце спокойно. Мы с Эмили будем считать дни до вашего возвращения. Поскорее возвращайся с хорошими вестями. Возвращайтесь. Река Ринхевен. Ринхевен. Так, друзья, я субтитры читать, наверное, не буду, поскольку я их должна еще читать для себя. Смотрите по сторонам, используя мышь, курс на башню. Лорд Корво, принеси новости для императрицы, и мы отправляемся в путь.
Нас прокляли, черная магия, суеверия, лекарства от чумы придумали. Мы играем за Корва Атана, хранителя, телохранителя императрицы, в общем-то. Так, а в данную ли у нас чума? У нас чума. И все, как обычно, не очень хорошо. Так, итак, двигаться мы пока что не можем. Да, это мощный шлюз, что и говорить. Императрица ждет наших новостей. Ага, сделать доклад. Встретиться с императрицей в беседке. Перемещайтесь, используя бла-бла. Это все понятно. Итак, друзья, как я... Сейчас пойдем. Подождите, никуда, ничто не денется. Давайте побегаем. Я освоюсь тоже, как говорится, с управлением, с игрой. Так, это мы бегаем, это мы приседаем. Dishonored я играла давно, поэтому как бы вот надо немножко привыкнуть. И, как я и говорю, друзья, это будет первая серия. Как оно дальше пойдет, посмотрим. Я посмотрю, насколько вы смотрите, насколько вам интересно. Пропел спрыгнуть. Ну, осталось только спрыгнуть, и на этом наше прохождение будет закончено. Так вот, выпускать я их буду не часто, эти серии. То есть, естественно, не каждый день. Это, так сказать, пробный заезд у нас с вами по этой игре. Красотища. Данвилл. Ну, по крайней мере, смотрите, он не такой разрушенный, какой он нам пристал во втором Dishonored. Пока что еще все было более-менее в норме, несмотря на чуму, насколько я понимаю. No diving. Не нырять. Понятно? Не нырять. Так, ну что ж, идем к императрице. Поговорить мы можем. Нас примут в павильоне. Башня Данвилла. О, Корва, ты вернулся. Ах, Эмили, боже, какая это была кружка. Я видел будущее, Эмили. Мерзкий старик. Так, давай попробуем. Извините, Эмили, но мне нужно... Ну, давай попробуем. Okay, here we go. Так, что делать надо, Эмили? Later, will you give me more climbing lessons? Someday I'm going to climb up to the rooftop. Под мостом. Ну, давайте побегаем с дочуркой. Ну да, с дочуркой. Пока что мы не знаем, что это дочурка. Пока что все держится в тайне. Эмили, дочь императрицы. Did you see any monsters while traveling to the other island? Чудовищ? My nanny says the big ocean's full of them. Пугает, пугает. Так, итак, посмотрим. Зачался прятаться, закрыл глаза. А мы должны будем спрятаться, да? Не подглядывать. Так, нажмите C, чтобы перейти в скрытый режим. Спрячьтесь, вы меньше шумите при ходьбе. Все понятно. Считай, Эмили, считай, куда мы спрячемся. Так, давайте куда-нибудь подальше. Ага. Так, QE вы можете выглядывать из-за угла, да? Ну-ка. Ага. И нас при этом типа не видят, да? Ну, все как бы так и было. Вон она там бегает. Найдет? Не найдет. Okay, you win. We should go now, so mother can see you too. Ну ладно, Эмили, вот я.
Да вот я, вот я, вот я. Привет. Левый шифт, чтобы сделать рывок. Но имеется в виду быстрое... быстрый бег. Я так понимаю. Welcome home, Lord Protector. Ох, с возвращенцем. And you, Corvo, welcome back. From wherever you've been. Это, я так понимаю, Соколов? Waste of time. My elixir will banish the plague from this city. Now keep still a moment, High Overseer Campbell. Ну смотрите-ка, Соколов еще писал в светлых тонах тогда. Подожди, подожди, Эмили, подожди. Давайте посмотрим, во-первых, на Соколова. Поговорить мы с ним можем. О, шлюз просто замечательный. Что у тебя на палитре? Она не тяжелая, не слишком толстая. Ну-ка, подождите, подождите. Мне страшно интересно. Пардон. Corvo, please. I can't see him. Ты его не видишь? Да ладно, по памяти. I cannot paint without your cooperation. Я его мешаю. Ему мешаю. Так, крестольский сидр. Пить хочу. Все. Так, а ты, Верховный Смотритель Кэмпбелл. Глупость. Ах, укрепиться в вере, и тогда все поможет. Смотрите, Соколов оскорбился, что мы ему мешаем писать. Да ладно, Соколов. Иди. Дай-ка на тебя посмотреть, я тебя знаю стариком. Как я и говорю, я вернулся из будущего, Соколов. Слушай, палитра лучше, чем... Вот, точно, во-во, она лучше, чем картина, ей-богу. Тут как-то слишком все реалистично. А тут полный сюр. Класс. Так, ну ладно, нас ждет Эмили, нас ждет императрица. Пойдемте. Так, ты кто? Джефф Карной. Ага, мы, да, мы вместе путешествовали. Служанка. Ваша милость, как же ты ходишь на таких каблучках по такой гальке? Это ж с ума сойти. Джессамина. Very well. We will not speak of this again. Mother, Corvo is back. Thank you, Emily. Leave us, please. As you wish, your majesty. Голосочек у тебя. Ты кто вообще? Corvo. 2 days early. Ну и что? Full of surprises. Ага. As usual. Нежданчик, да? Какая-то мерзкая рожица. Так, ну что ж, Джессамина. Пошли навстречу своей судьбе. Эмили? Тивианский удушающий захват. Я обязательно тебе покажу. Так, ну давай разговаривать и передать письмо. I hope that one of the other cities had dealt with this before, knew of some cure. This news is very bad. То есть лекарство, чему мы не нашли. Cowards! They're going to blockade us. They'll wait to see if the plague turns the city into a graveyard. Are you okay, Mother? You seem sad. Yes, don't worry, darling. Mother is fine. Wait, where are the guards? Who sent them away? Mother, look! What are they doing on the rooftop? What? Emily, come here. Ох, 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 ох. Так, подожди. Ох, господи, начинается. Как я этого не люблю. Боже мой, все было так хорошо и мирно. Так, нажмите, чтобы атаковать правую руку, если
Вы выбрали оружие или умение для левой руки. Нажмите, чтобы атаковать с левой. Да, пока что все очень просто. Так, удерживайте левый контрол, чтобы заблокировать удар вражеского клинка. Что такое левый контрол? Ладно, давайте удерживать что-нибудь левое. Так, 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 так. Так, все, отбились. А! Шайса! Я ничего сделать не могу, друзья. Ничего, он меня держит этим светом. Вот. Corvo, it's all coming apart. Find Emily. Protect her. You're the only one who'll know what to do. Won't you? Ну да, подставка. Look at what he's done. Yes, he's killed the Empress. Так, я ничего тоже опять не могу сделать. Чего не могу сделать? Her own bodyguard. Ironic. I'll see you beheaded for this, Corvo. Peg him. Ouch. Dishonored. Итак, умение блокировать удары. Нажмите любую кнопку. Ну что ж, блокировать удары будем учиться, потому что я так и не поняла, что такое левый контрол. Что такое контрол вообще? Итак, нас подставили. Мы в тюрьме, и нас казнят за убийство императрицы. Все начинается очень весело. Последний шанс. Подпишите признание и позвольте мне провести обряд, чтобы душа ваша... Ой-о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 й. Жабёныш, я до тебя доберусь. Дайте время на размышления. Да, дайте мне время для вас добраться. Императрица мертва, и ее дочь Эмили спрятана. Никто не узнает правду. Ну да, да. Жабёныш, это ты мне сразу не понравился. Ну, вам не повезло, завтра вас казнят ради всеобщего блага. Стране нужна сильная рука, пастырь, который направит слабых. Стране нужны мы. А, ну, конечно. В этом нет ничего личного, хотя вы едва не сорвали наши планы. Впрочем, все обошлось. Вы оказались в неправильном месте в очень подходящее время. Надо же. На кого-то свалить вину. Прощайте, Корво. Нет, не прощайте. Не прощайте, мы с вами еще увидимся. Я думаю, что да. Вам надо поесть, Корво. Эту еду передали друзья. Это радует, что у нас еще остались друзья. Так, левый контрол, чтобы блокировать удар. Подожди. Все-таки. Так, ну я сейчас пока что ничего не могу. Очевидно, просто это не выполнилось. И у нас осталась эта штука. Так, давайте почитаем, что тут написано. A little fire that что? Warms it. Не могу, друзья, разобрать, что там написано. Но что-то о каком-то маленьком огне, которое то ли разжигает большой огонь, то ли еще что-то. Тут что-то нарисовано. Тут тоже что-то написано. We all start with... Мы все начинаем с... In... Что? Knowledge. That we would...
It's a stupid. Ладно. Вас аухема дасхайст. Что значит не лезть? Подождите. Хлеб съесть. Ага, анонимное сообщение. Так, что там у нас? Корва, сейчас не важно, кто мы. Знайте, что мы вам верим. Вот ключ от вашей камеры. Когда освободитесь, отправляйтесь в допросную. Возьмите там взрывчатку и остановите ее на внешней двери. После взрыва бегите, доберитесь до реки и спуститесь в катакомбы. Там вы найдете припасенное для вас снаряжение. Тюремный охранник оставит оружие рядом с вашей камерой. Желаем удачи. Нам крайне важно, чтобы вы остались живы и здоровы, друг. Итак, что нам надо? Значит, ключ нам дали. Допросная, взрывчатка, на дверь бежать. Понятно, нам дали возможность сбежать. Почему нет? Не будем медлить. Так, тут у нас никого. Тут у нас никого, кроме тараканов. Ух ты, смотрите, тут крысы бегают. Пока что я ничего не могу сделать. А, пошли отсюда. Здесь крыски недобрые, совсем не. Ага, оружие. Так. Ну и монетки, конечно. И, естественно, монетки заботливо разбросаны здесь и там. Так, давайте тренироваться на крысах. Вот. Ага. Теперь блокировать. А как же нам блокировать? Ах, вот она. Вот он, лево Ctrl, это СТРГ. То есть... Ну, теперь все ясно. Теперь все понятно. Тихо, спокойно. Как убирать оружие? H, F, R. Очевидно, здесь нельзя убирать оружие. Хотя оно как-то убиралось, помнится мне. Ну да ладно, это я, может быть, потом почитаю в управлении. На завтрашнюю казнь. Так, слушайте, а этих... Да, и за Корву, он же императрицу убил, и Эмили, дочку его похитили. Бандит, что скажешь? Случайно? Ну, вот видишь, все мы тут случайно. Ага, подождите, пошли разговаривать. Так, вооружившись клинком, незаметно подберитесь к противнику. Вы можете убить его, нажав кнопочку, или оглушить. Для этого нажмите и держите, опять же, левый Ctrl, да? Если действие скрытно, избегать убийств будет меньше крыс и плакальщиков, которые некоторые персонажи будут лучше к вам относиться, а финал выйдет менее мрачным. Но, друзья, не обещаю, что мы тут прям так вот будем милосердны. Я думаю, что... Escort through the solitary wing must be scheduled in advance with 1 week's notice. Так. Относим. Куда мы его относим? В свою же камеру. Не обещаю, что тут будет милосердный... Подожди. Иди сюда. Сейчас мы научимся все это еще раскладывать и кидать. Вроде так. Пошли. Hey, I heard you got eaten alive at cards. Blow off. Curse those rich milk bloods for putting me here. Так, ушли. Упыри. Attention. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. Пошли, 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 пошли! Даже в двери не входим. Там кто-то чего-то уже заподозрил, ну да ладно. Была бы у нас сейчас с вами самая высшая сложность, нас бы уже, конечно, запороли. Так. Не-не-не-не-не, ты иди сюда. Так, обирать их, насколько я понимаю, если мы их взяли в руки, то мы их автоматически уже и обобрали. Вроде бы как-то так.
Так, слушайте, может, я кого-то могу тут все-таки выпустить? Так, ну, ты что скажешь? Завалить хоть одного стражника? Ну, я думаю, что не без этого. Я думаю, что мы тут поваляем, конечно. Хаос у нас обеспечен. С тобой нельзя поговорить, да? Ух, какая у тебя печатка на руке. Глазки красные. Серьезно, мужик. Грег, говоришь? Так. Там ходит стражник. И он уходит. Давайте-ка мы спрячемся. Attention. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. Да что ж ты делаешь-то? Вставай, курва. Что это было? О, а это что такое? Зарезали мы этого, да? Черт бы тебя побрал. Так, ну а этот бросальщик камнями придет сюда? Хм, странно. Так, F взять с трофеи. Так все-таки-то у нас кто? Труп или не труп? Ну, судя по кровище, это труп, друзья, поэтому пусть лежит. Так, ладно, смотрим, что у нас тут есть. Господи, вот это вот... вот эти вот ворота, которые тут постоянно гремят, они меня пугают до безумия. Так, ну, деньги, масло, яйки. Нету ничего, да? Тут блестело вроде. Нет. Ничего не блестело. Так, хальт. Стоять. О, пистолетик. Отлично, отлично. Так, сабля у нас уже есть. Сабля у нас есть. Что это такое? Эликсир Соколова. Замечательно. Так, надо привыкать, друзья. Предметы здесь немножко подсвечиваются, но... Что? Р? Где Р? По поводу чего было Р? Что такое Р? Ах ты... блин, ну зачем ты мне это сказал? У меня было нормальное здоровье, теперь я потратила этот эликсир. Черт, его побрал. Так, читать я это не могу. Так, туда мы не запрыгиваем, да? Нет. Итак, наверх, наверх, наверх. Прыг, прыг, прыг. Все понятно. Там где-то наверху был упырь, который у нас швырялся камнями. Не так ли? Что тут за дверка? Заглянуть. Кто у нас тут и что у нас тут? Ага. Очевидно, эту дверь нужен ключ от прогулочной дорожки. Ключа мы с вами не нашли. Поэтому прыгаем. Так. Соленые миноги. Вот надо было миногу съесть. Ну вот еще эликсир. Отлично. Так, китовое мясо. Боже мой, какая гадость. А вот и милые собачки. Так, монеточки, монеточки, монеточки. Соколов. Это у нас патроны, я так понимаю. Что еще? Соленая минога, консервированная.
Так, ну что ж, значит, здесь у нас вроде как куча упырей. Так, а что там наверху? Искрится. Сделать мы ничего не можем. Это соленая минога выглядит как какие-то слитки серебра. Так, кто у нас тут? Ага, побежали куда-то. Черт, ёлки, куда они побежали? Слышу, слышу, они топочут. Так, ну что ж, F5 и поехали. Почему F5? Потому что не хочется начинать сначала. Присели. Кто-то где-то топочет. А эти двое побежали вниз. Ага. Так вот, значит, у кого ключи. Они сюда побежали, так? Давайте их найдем. При этом... Так, там было как-то... Вот тебе и низкое количество трупов. Пошли есть миногу. Хотела как лучше. Получилось, как всегда. Фу, какая гадость. Даже запить ведь нечем. Ваша заливная рыба. Так, а что здесь? Какие-то эти полочки, может, открываются? Они так поблескивают? Ну нет, ничего я вроде как сделать не могу, кроме как залезть. А зачем мне сюда залезать? Сколько тебя там? Ты там один? Шустрый. Так. Мне надо тебя тихо прибить. Так же тихо куда-нибудь положить повыше. Например, на стол. Ой. А, можно спрятаться под стол. Класс. Ой. Стол не выдержал. Черт, носись теперь с тобой как с писаной торбой. Так. Давай мы тебя положим сюда в кучку. Храпящим. Вот они не показывают, труп или не труп. Так, без сознания, без сознания. А этот... А, вот оно где. Да, все правильно. Так, нам вот сюда. Нам надо вот сюда. Нужен ключ от коридора к камерам. Мы это не можем открыть. Значит, что ж, да, в обход, в обход. Того мы зарезали, этого мы придушили. Это было двое. Подождите, а где-то был еще один. Крыса тут бесстрашная.
Все, да? Так, что у нас тут? Прогулочная дорожка. Отлично. Ну и все, да? Attention. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. Что это? Кошель? Целый кошель. Так, ладно. Так, найти взрывчатку. Так, идти по коридору в допросную. Найти допросную камеру. Ну, в принципе, мы помним, да, где нас допрашивали. Темнотища, друзья, наверное, сделаю все-таки в настройках чуть-чуть посветлее. Возможно, что, конечно, YouTube высветлит эту запись на... Запись на записи. Абсолютно темно. Сейчас это значок какой? То, что мы находимся в темноте, и нас никто не видит. Я так понимаю? Ага, вот оно что. А когда мы выходим на свет... Нет, все равно он остается. Так, давайте осмотрим, что у нас тут. А вот допросная комната, да? Я уже заблудилась. Можно здесь не ползать. Да, это она самая. Допросная комната. Ой. Не то так. Ну ладно. Тогда, по крайней мере, давайте соберем, что тут есть. Порубим мышей в капусту. Крыс. Двор. Ключ от двора. Ну, ясно, что это... Будет в допросной. Наверное, так, да? Так, здесь ничего. Здесь ничего. Ну что ж, идемте. F5 и вперед. Давайте еще раз заглянем, что у нас там творится. Вроде как никого, да? Да елки с палками. Найти взрывчатку. Да-да, вот этим молоточком тут нам пальчики и рубили. Шайса. Кто такой? Нарисован прямо на стене. Так, забираем. Так, рапорт дежурного офицера. Бывший королевский защитник Корва Атана будет доставлен для допроса. Дело исключительной важности. Допрос проведут лично лорд Регент и верховный смотритель Кэмпбелл. Без промедления выполняйте команды и следите за тем, чтобы палач не переусердствовал. Если Корва умрет в его руках, вы займете место преступника на казни, которую так ждет лорд Регент. А, посмотри-ка, лорд Регент тут сразу образовался. Не успела, как говорится, тело Джессамины остынуть. Так, давайте послушаем аудиограф. Corvo's unconscious again. Though he's taken more punishment than in two men we brought in for interrogation. When he wakes, we'll start again. Having him sign the confession for его признание, мы в чем-то признались. Убийство императрицы – серьезное дело. Ах, вот так вот. Ну ладно. К
когда он придет в себя. Когда он придет в себя, он вас всех порешит. Что у нас было? Выпить воды? Давайте попьем. Че, нет? Итак, найти взрывчатку. Оказывается, это не здесь. Да, это не здесь. Так, что у нас тут? Есть кто-нибудь? Очевидно, никого, да? Так, опять деньги. Какие-то они тут все рассеянные. Так, пустая. Хлороформ. Мой любимый хлороформ. Нету. Хлороформу, друзья, нету. Возможно, он потом появится. Чашка. Что еще? Пустая бутыль. Ну, явно они для это, для отвлечения, да, служат. Если я правильно понимаю. Суть происходящего. Открыть просто так. Мы нашли взрывчатку. Это прям целый часовой механизм. Это наверху. Кстати, как высоко мы можем прыгать? Ага, оно показывает, когда мы можем уже запрыгнуть. Интересно, интересно, интересно. Корва, ты корва в посудной лавке. Что у нас это? Что это у нас это? Подожди, нет, не это, а вот это. Испытание пригодности. Отрывок из книги о тайных ритуалах аббатства. Если ребенок проявляет достойные наклонности, его отмечают специальным образом. Назначенные смотрители в течение года тайно следят за ним, чтобы выявить указания звезд и иные знаки, подтверждающие пригодность ребенка. По истечении этого срока выбранные кандидаты покидают дом за несколько часов до рассвета. Им приказывают идти к заставе, расположенной за городом. Так дети готовятся к ритуалу и к испытанию их пригодности. В конце месяца дождя они отправляются в паломничество к Белому утесу. Во время сложной церемонии выявляется, кому из них суждено стать смотрителем, а кого следует отвергнуть. Мне вот даже не хочется думать о том, куда попадают отвергнутые. Очевидно, они исчезают навсегда. Сдается мне. Смотрители. Да-да, смотрители тоже. Видели мы в нашем будущем. Так, слушайте, подождите, вот, что я хотела. Здесь же наверняка не зря можно запрыгнуть и... Нет, посмотреть нельзя. Я думала, мы здесь посмотрим, куда дальше и что дальше. Ну да ладно. Так, что нам надо? В коридор к посту? Да, нам надо поставить бомбу, да, и бежать. Ауч. Только что был человек, я видела. Ну там же был человек, мне ж не показалось. Или... Или у меня уже... Котел подтекает. Во-во-во, уходи, уходи. Давай, 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 уходи. И иди, о, не-не-не-не-не. Никого нету. Ты уже ушел? Ой, так, мы сюда зайти... А, можем, смотрите-ка. Сейчас открыть нельзя. Ладно. Тюремный двор. Так. Сколько их тут? Как нам быть?
как нам быть? Опс, не-не-не, тут никого нету. А тот все время стоит. Так, да? Тогда давайте смотреть, как ходит этот. Он пойдет туда. И там мы его можем прихватить, пока он там стоит и чешет свою репу. Я так понимаю, да? Я думаю, что да. Прыгнуть куда-то наверх я не вижу возможности. The solitary wing is off limits to maintenance unless accompanied by an officer of the watch. Escort through the solitary wing must be scheduled in advance with 1 week's notice. То что ты такой, блин, заполошенный? Иди отсюда на свое место. Ушел? Attention. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. Так. Ну что ж, удушение прошло нормально. А вот куда вас закинуть? Господа нехорошие. Я даже не знаю. Надеюсь, вы не сломали шейку. Так, а, F отпустить. А так кинуть. Сейчас, друзья, мы найдем, куда их положить. Вот в эти гробики, заботливо ими же и подготовленные, да? Корм, слушай, давай-ка ты... Вот, запрыгнул. Как там F отпустить? Отпустить нежненько, это F, да? А, зараза! Друзья, почему я с ними мучаюсь? Потому что я, конечно, не знаю, но я слышала, что если их так отставить, их сожрут крысы. А их сожрут крысы, и нам это будет засчитано... за то, что мы их убили, этих людей, а, соответственно, повысится хаос, будет больше крыс, больше больных, больше всяких бед и несчастья, и без того на несчастное королевство. Так, мы медленно его несем, мы быстро не можем его нести. Тут есть хорошее возвышение, тебя здесь крысы точно не должны достать. Так. Слушай, ты меня достал, а? От меня это достал. Достает. Меня и во втором Дизонорде доставал эта возня с телами. А здесь так подавно. Что-то как-то мы застреваем. Где был еще один? Так. Нет, F. Храпит себе человек. Как ни в чем не бывало. И опять же, друзья, я уже здесь, в этом Дизонорде, я не буду обыскивать все подробно, как я это делала во втором. То есть просто с доскональностью до последней монетки. Только попробуй мне сползи с этого стола, зараза. Что-то нельзя.
Ну, будем считать, что они... Да, что они устроены в этой жизни. Так, что-то, что ж такое-то, мы дверь не проходим. Что у нас тут есть хорошего? Давай-ка посмотрим. Корватана. Кто-то где-то опять кашляет. Ну что ж. Вроде тут нету ничего. Нас, в принципе, не поранили. Пошли дальше. Нам куда-то туда наверх. Сколько у нас убиенных? Двое или уже трое? Так, пошла сохранка. О, упс. Засмотрелись. Скорее бы ему отрубили голову. Да? Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. Сейчас. Дайте мне куда-нибудь спрятаться. Черт возьми. Да черт возьми. Понеслась. А, вы выбили противника из равновесия во время парирования. Так, теперь, чтобы нанести ответный удар и прикончить врага. А я могу его придушить, как это было, опять же, во втором Dishonored. Мы можем парировать и в этот момент его придушить. Нет, теперь не это самое. Здесь этого нету. Так, нет, я не собираюсь никакой эликсир принимать. Мы... Короче, мы наваляли. Гору трупов. Мы наваляли гору трупов. Увы, увы, увы. Ну и... Ладно. Так, открыть. Теперь мы можем открыть. А, это та самая наша камера, где мы и сидели. Кстати, где-то у вас тут была минога. Возможно, она есть и здесь. Эти пускай валяются. Что делать? Пусть валяются. Так, давайте смотреть, что у нас здесь есть. Так, соколов. Минога, пули. Паштет. Тихо, тихо, тихо. Так, что у нас есть здесь? Так, жрём. Жрём, говорю. Ну, вот, почти подняли. Наше здоровье. Ага, что это такое? Пост у двери. Может быть, я... Рано сделала. Ого, точно рано. Давай-ка мы закроем. Пока что эту дверку. Вернемся к ней попозже. Вернемся к ней попозже, посмотрим. Где? Ты прямо у тебя такие уши сквозь стену? Да ладно. Они могут открыть? Они могут эту дверь с той стороны открыть, интересно? Так, мне ж надо осмотреть все на предмет предметов. О, смотрите-ка. Ну-ка, это у нас зачем? Это у нас для чего? Это очень интересно. Ну-ка. Ха. О, да ну в чем? Где? Где у нас порылись собаки? Ага. Мы
Можно дверку-то не открывать. Текс. Мы можем прыгнуть на кого-то сверху. Так, значит, что мы можем сделать? Если мы сюда спрыгнем вниз, мы больше уже не поднимемся. Вот в чем дело, я так понимаю. Поэтому делаем один раз. И дверь у нас будет закрыта, да? Так, кто-то идет туда, поднимается. Окей. Не будем мудрствовать лукаво. Ну ты ж меня не видишь. Смотри вниз. Ты у меня полазишь, сказал он и пошел дальше. Так, что такое убийство? Спрыгните на противника с высоты и перед самым столкновением нажмите кнопочку, чтобы совершить убийство. При этом вы не получите урона от падения. Я-я-я-я-я. Такой весь сполошенный. Такие все сполошенные пошли. Не надо сюда смотреть. Смотри под ноги. Спотыкнешься, упадешь. Во-во-во-во-во. Молодец. Тот в какую сторону смотрит? Другой. Сюда он смотрит, зараза. Так, ну что, убивать? Бить или не бить? Вот в чем вопрос. Придется, очевидно, убивать. Я не знаю, я не вижу, как их придушить. А можно было спуститься по той. Прыгнуть. Теперь я, наверное, уже не поднимусь, да? Тихо. Спокойно. Да, очевидно, тут я уже больше не запрыгну. Да, как я и подозревала. Ну что ж, ребята, вы сами виноваты. Итак, как это делалось? Прыгаем и нажимаем, да? Я боюсь, что мы сейчас убьемся. Надо, чтобы тот отвернулся, друзья. Давайте немножко подождем. Когда тот отойдет и отвернется. Все. О, черт. О, меня чуть не убили. Пошел шепот бездны, а это значит, что либо мы при смерти, либо универсум содрогнулся от приносящего, приходящего хаоса. Как вы думаете? Я думаю, что и то, и другое. Итак, прежде чем умирать, давайте-ка что-нибудь съедим. Так. А, вот он, рычаг, которым можно открыть эту дверь. Давайте откроем. Почему бы ее не открыть? Она нам уже не нужна. Так, а что, у вас тут денег нету? Безобразие. А, мусорник. Там ничего. Хорошо. Хотя смысл вас складывать в мусорники. Вы уже не жильцы. Ладно. Давайте сложим на всякий случай.
Так, игра настойчиво мне советует выпить эликсир. Я думаю, что давайте все-таки, наверное, так и сделаю. Хотя, в принципе, я бог его знает. Так, что, здесь не было ничего, ни денег, никаких особенных каких-то интересных штучек? Очень странно, но вполне возможно. В принципе, можно было, конечно, прокрасться сюда, можно было прокрасться, взорвать эту дверь. А, вот тут еще, смотрите, какая-то штука, которую мы... А, проходим. Сюда, очевидно, спрятаться от взрыва надо. Так, ладно, ладно, пей эликсир, вот так вот, тем более он опять не до конца выпился. Устанавливаем бомбу. О, точно, сюда надо прятаться. Уходи. Пошли. Что, куда, как? Сейчас. Прыгнуть с моста? Да вы что, куда прыгнуть с моста? И куда теперь? Подожди, куда теперь-то? Сбежать через катакомбы. Мы сбежали через катакомбы. Мост подняли. Надо же, как интересно. Так, ну что ж, пойдемте в катакомбы. Почему играет такая музыка? За нами кто-то бежит? Я не вижу, чтобы за нами кто-то бежал. О, шайся. За нами, правда, бегут? Друзья, нас прибили. Ура, поздравляю, это наша первая смерть. Как хочется сказать, дай бог, не последняя. Ладно, давайте с последнего сохранения. Я теперь уже не знаю, где оно было. Ага, понятно. Ясно. Вышли, побежали. Прыгнули и поплыли. Видит тема, да? То есть они пойдут за нами в любом случае. Тогда что мы сделаем? Мы их сейчас вот здесь вот и подождем наверху. Если все равно у нас предстоит, как говорится, битва. Ну ладно, давай уже вставай и запрыгивай. Че, не можешь? Хорошо, мы их подождем здесь. Или на сей раз за нами никто не побежит? Ну, смотрите, музыка не играет, значит, никто не бежит. Забавно-забавно. Ну, ладно. Раз никто не бежит, то мы тут застрянем сами. О, не-не-не, да-да, кто-то есть. И я бы предпочитала от них, естественно, избавиться. Не убивая. А, вон они ходят, смотрите. Вон там на ступенечках они ходят. А нет, нет, нет. Не бежит на сей раз никто за нами. Ну что ж, меньше трупов.
Это все, куда мы можем забраться, да? Так, открываем. Спуститься в катакомбы, остаться в тюрьме Колдридж. Да ладно, друзья, спускаемся в катакомбы. С помощью неведомых друзей вам удалось сбежать из тюрьмы Колдридж. Теперь нужно добраться до реки Эренхевен, где вас ожидает союзник. Угу. Ладно. Итак, с охраночкой мы можем, в принципе, вернуться в тюрьму Колдридж, если у нас там остались какие-то недоделанные дела. А здесь у нас... Найти ящичек нам предлагают. И крыски нас ждут. Ну что ж, друзья, а здесь вот под этим проливным душем мы, наверное, с вами и пока распрощаемся на эту первую пробную серию. The Outsider. Чего-то там. Короче, какие-то Outsider. Ага. Так вот, Outsider, это же чужой. Чужой проходит сквозь нас, что ли, если я правильно понимаю эту надпись. Итак, первое упоминание о чужом, первая серия Dishonored до самого первого, друзья. Поэтому что ж, давайте продолжим в следующей серии. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Пишите, друзья, по вашей активности, по количеству ваших просмотров, ну а соответственно и лайков. Я буду смотреть, буду ли я дальше проходить первый Dishonored, или я просто-напросто буду его играть для себя. Поэтому не стесняйтесь, будьте активны. Я всегда рада вашей активности и вашему любому проявлению у меня на канале. Огромное спасибо всем, кто это видео посмотрел. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.